Все положила? Все-все, сынок. Надевай-ка свою амуницию. Не балуйся, сынок, слушайся учителей. Удивительно приятно. Приходите, получите, ни копейки не платите, потому что Бармалей любит маленьких детей. Прочти нам, пожалуйста, свое любимое стихотворение. У меня нет любимого стихотворения. Ну так прочти, какое хочешь, пусть и нелюбимое. Нелюбимое я тоже прочесть не могу. На кой мне запоминать нелюбимые стихи? Гагарин к доске. Мой милый товарищ, мой летчик, хочу я с тобой глядеть, как месяц по небу кочует, как по лесу бродит медведь. Давно мне наскучило дома, давно мне наскучило дома, давно мне наскучило дома. Что ты как испорченная пластинка? Давай дальше. Давно мне наскучило дома. Ну хоть тебе и наскучило дома, а придется идти домой. Наш первый школьный день окончен. Постройтесь в линейку. Как это в линейку? По росту. Не горюй, сыночек. Ты еще выше всех вымахаешь. Эти насыпи называются жилища богатырей. Кто знает почему? Тут богатыри жили. Не просто жили, а русскую землю охраняли и друг с дружкой перекликались. Ого-го! Спокойны ли у вас, други витязи? Не тревожит ли рать вражеская? Здесь покоятся русские воины, которые в 17 веке гетману Жалкевскому путь на Москву заступили. А вот скажите, ребята, кто еще через Клушино на Москву шел? Наполеон! Правильно, Наполеон! Вот какое историческое место наше Клушино. Ксения Герасимовна, а Гитлер сюда не придет? Москвы Гитлеру не видать, как своих ушей. Ложись! Их Бинфельд Фебер Альбрат Фозен с Мюнхену Ганс Гуд Унд Никст Швейн Рейн. Эй, матка, давай, брод, булька хлеб. Никст, пан, брод, откуда хлеба-то взяться? Твои комрады подчистую весь брод, всю муку забрали. Врать, врать, рус всегда врать, хлеб есть. Нету, пан, никст, не веришь, сам поищи. Он самый стервец. Пошли. Может, хватит? Видишь, что ли, колонна ползет? Ну, вижу. Тошнит меня чего-то. Да собачьим салом отравился. Будет врать-то. Ей-богу, мне бабка Соломония для легких прописала. У меня исключительно слабые легкие. Главное, в животе у меня худо. Так и пекет снутри. Просто невозможно. Да ты совсем расклеился. Я очень, очень больной человек. Так я пойду, приму чего-нибудь внутрь. Валяй. Thank you.
Мам, почему звезды такие красивые? Ну почему? Почему они такие красивые?